Я всех приветствую на канале Актуда Лайф. Ты о Мы чем? продолжаем прохождение Он сказал, игры что взорвал «Одни из нас», блокпост часть 2. В Тренлерской зоне. Поехали. Убил 3 солдат. И 2 жителей. Господи. Так, а мы с Элли. Он так, говорил, блин. Что они с Томми пытали какого-то генерала. За ну, Элли, в смысле, мы сейчас Томми пошел на такое. Должны найти генератор, он который мы там нашли уже. Так. Вроде мы здесь все уже смотрели. На все шли, лишь бы выжить. Посмотрим еще на всякий случай. Что она взяла? А, бутылку достала. Ну, сразу за бутылку, понятное дело. Делайся. Здесь можно поиграть в PlayStation 3, кстати. Третья плаха. Почему не четвертая, интересно? А когда игру создавали, еще не знали, что четвертая... Как четвертая выглядит, может... Боже мой, это Томми и Юджин. Так, я это вообще-то уже смотрел. Видимо, не сохранилось. Придется по новой бегать здесь все искать. Свет. Насколько вы помните. Где-то у него тут должен так, быть тут мы читали записку. Так, это мы читали. Юджин там, ла-ла-ла. Так. Это в ходячих мертвецах там тоже был Юджин. Так, а где все? Здесь мы посмотрели вроде. Ну, в смысле, здесь нормально все должно быть. Так, вот бег у нас. Так, поехали, короче. Так, запускать этот генератор. Скажет, о, я нашла это. Эй, я нашла генератор. Давай запускаем. О. А, ну, в принципе, как в первой части такая же. Блин. Так-то уж. Сейчас ходуны прибегут. Ого. Крутой у тебя верстак, Юджин. Не. Тут можно модифицировать оружие. Сейчас 10 Юджинов прибежит. Что она не бегает? То бегает, то не бегает, блин. А, модификация оружия? Обычно. Так, ну давайте посмотрим. Смотреть. Отдачу можно вот тут сделать. Оптика. Так. Просто поглядеть можно. Так, модификация. Я просто положила. Точность минус отдача. Давайте изготовим. Пофиг. О, не, видите, она что-то делает. Прикольно. О, удлинили пушку. Да, вполне. Здорово так. Получилось. Да. А где она эту штуку достала, интересно? Же, типа скрафтила ее, что ли? Из болтов и гаек. Как это возможно так, вообще? Так. Чё? Чё так-так? Элли, посмотри на пол. Там еще что-то там? Есть. А, может видишь, провалиться туда? Здесь никак. Доски сломай и... спустись. Блин. Нужно доски проломить тут. Печку, может, это спалить тут, все эти доски. Нет. Ну, что сделать-то можно? Что можно сделать? Вернуться обратно. Но она подсказывает нам все время, видите, куда идти. Так, вот тут что-то есть. Ай, помоги. Слабая. Просто удерживаем кнопочку. Что у него там такое? Что это у Юджина? Зомби. Поэтому он тебе и не рассказывал. Надеюсь, что секс берлога, а не что-то еще. Он сказал, для вас обоих. Вот компьютер суперский. Суперкомпьютер. Боже мой, это ж травка. Куча засохшей травки. Это многое объясняет. Траву косит, блин, тут. Выращивает. Это что такое? Смотри, у него тут кассеты. Старинные. Smash Brandy's Scooch.
Это порнуха. Бравл Сол. Интересный выбор, Юж. Ну, как ты и говорила про любовь. Так. Что тут еще есть? Помимо порнухи. Так. Видела бы Мария, она бы взбесилась. Как он все это организовал? Это ж сколько времени нужно? Что же он мне не сказал? Так может это я не он помогла. Делал, что ему там как раз и помогали. Так, ты чё? Во. Дина, это маска, чтоб травку курить. Какой же он был умный. Ух ты. Так, диванчик есть. Так, а тут-то что, ничего не появилось? Что-то мне показалось. Так, это что? Это что тут? О, неплохо. Она не сгнила? А травка может? Проверим. Не что можешь открыть? Все, я могу. Срань. Дай-ка сюда. Дай профессионалу. Будто у тебя выйдет. Она мужик, она сможет. Ну да, тут... Ага. Тут надо с двумя руками. В жопу. Ты типичный. Совсем долбанутая? Ну, открыла же, да? Видите, как она смотрит на нее вечно, блин, вообще. Нормально. Косячок забористый. А ладно. Мы ведь все равно тут надолго. Безусловно. Давай. Начинайте эту оргию. Можно тебя спросить? Ну, давай, рискни. Спросите. По 10-бальной шкале. Где 1 полный отстойще, а 10 это верх блаженства. Как бы ты... Что лицо у нее какое-то странное вообще. Тот наш поцелуй. Мимик. Зачем поднимать эту тему? Mm-hmm. Ты сказала, это ошибка. Я так сказала? Что на нее нашло, типа? Что ты делаешь? Я прошу тебя дать оценку. Не знаю. По-моему, 6. Где? 6? Что скажет? 10. Да. 6 без минуса. Ну да. Вокруг было много народу. Да, но 6. О, пошли. Давай до 10 поднимем. Сейчас теперь как-то. Мне правда интересна твоя оценка. Лучше не блин. Знать. Ну, 7. Повторим как же ты процедуру. Бесишь. Кто бы говорил? Сейчас будет поцелуй. Уж лучше мерзнуть снаружи, чем сидеть тут с тобой. Чего? Тебя никто не держит. Вот любовь типа начинается. Теперь. Шестерка меня не устроит. Нужна семерка. Перекурили девчонки. Перекурились, курились, закурились, прокурились. Ой, что это? Что, мы за эту девку, что ли? Да. Дальше махать кулаками.
Видите, я в прошлой серии просто не успел по-быстрому. Надо было по-быстрому пройти. Да. Господи. Мать вашу за ногу. Ёлки зеленые, блин. Сколько их тут? Я бегу. Я бегу, 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 бегу. Тут зомби 10 штук. Ой, ох ты. Ой. Что-то они какие-то вообще мощные. Короче, мне не надо их бить тут. Здесь их очень много. В смысле? Что за дебилизм? А куда мне идти вообще? Я что-то не понял. Почему сохранилось-то так? Смотрите, ну вот мы сюда идем, например. А, вот сюда, например. Оп. Так, дальше куда? Бежим сюда. Оп, оп. Ай, ёлки, зеленые. Так, сюда бежим. Зомби тут и там, и сям. Наши... Блин! Ай, воду прыгнул. Видите, бег самое лучшее оружие. Тут зомби, там зомби. Блин, я не знаю, сюда может куда-то. Куда глаза глядят, туда бежим. Ух ты, блин. Сюда побежали. Ужас, сколько здесь зомбарей. Прыгай туда, блин, прыгай. Так, дальше вот здесь. Заразы. Зараза! Не знаю, куда и бежать-то тут. Так, куда мне идти теперь? Все? Я типа это... Нет, я не спасен! Я думал, что все. О, сюда, кажется. Так, давай, бежим, бежим, бежим. Пофиг там на всякие там приколюхи, если они тут вообще есть. Ох ты, блин! Черт, мать вашу за ногу. Ох ты! Наши костлявые руки. Пускай. Крюки свои. Руки крюки. Ой, шапку забрали, уроды. Шапочка моя. Ох ты, блин. Ай, давай. Не трожь, не трожь. Не трожь, Павла, блин. О, наконец-то. Придется бежать. О, Джоэль, а что он тут? Я прикрою, бегите! Они его тут сожрут. Его, наверное, сожрут здесь, блин. Откуда она узнала, что... Блин, они здесь все есть. Сюда, идем! Да давай, иди! Хрен ли ты там? А тот Томми где? Или кто там? Томми, да? Что это? Томми сож... А, Томми здесь. Это же Джо или Томми, да? Важно другое, что дальше. О, я патроны. Лучше не придумать. У тебя ствол есть? Ага. Надеюсь, стрелять ты умеешь. Смотри, не отставай. Я надеюсь, что вы умеете стрелять, что я буду бегать. Это моя тактика, и я ее... Пойдем за чистку. Ой. Да, это если можешь. Следи за окнами. Я следую своей тактике. Хорошая труба. Надо идти. На тебе, блин. По башке капула. Ой, я помню, что это подобное. Блин. За эту-то... А, блин. А, все, сломалась труба, блин. А что, два раза всего лишь? Ужас. Так, что тут? Еще труба есть, кстати. Так, там справится, не справится. Блин. Ты
Видите, нокаут. Падла, блин. Дивизию. С одного удара меня он покоцал. Просто. Где моя аптечка? Давай руку бинтуй. Тут что-то есть. Молоток, мой друг, молоток. Верный друг. Слышь, подруга, помоги нам с этой штукой! А, чё я вам помогу? Я молотком могу ударить только. По башке помогу. Подруга. Толкай её на тележку! Они лезут внутрь! Я передвину кабину к окну! Не подпускайте ко мне сорожок! Хорошо. Ух ты, скотина, блин. Ах ты, ух ты, блин. Что зацепились, блин, уроды. Ой. У них удар. Два удара и готов. Так, мой друг молоток где? Ой, ой, ой. Сделал бой. Молоток сломало. Такого быть не может. Че пару раз ударил, и молоток у него две части сломался. Махача. О, палка. Ух ты, блин! Вот эти уроды еще. Щелкуны. Блин. Щелкуны. Щелкунята. С щелкунами будете сами, чуваки, справляться, я как бы против помощи тут. Щелкун! Где щелкун? За мной идет, нет? На тебе нокаут. Здрасте, накал! Висячий фраз, сотни зеркал. У щелкуна страсти накал. Блин. Да и тебе, беги. Ой, тысячи раз. Сотни щелкунов. Я тут бегать буду каждый раз. На тебе. Рептин. Еще чуть-чуть можно побегать и все. Нужно в смысле побегать. Сучек раз, тут не зеркал. Эй, вылезайте в окно! Оп. Вернулись мы в царство теней. Я помогу. Держись ближе к нам! Куда мы идем? Бежим, 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 бежим быстрее. Блин, тут снова эти уроды повсюду. А я торможу, да. Я торможу здесь еще. Все, Джоэль, прощай. Джоэлька, до свидания. А нет, успел. Здесь закрывают, а там стоят еще 10 штук сзади. Смотри, представьте такую картину. Так. Картина маслом. Это Джоэл. Да, я понял. Эбби. Эбби. Во, я наконец-то имя узнал. Эбби, надо записать, кто забыл. Не бежать же от них до Джекса. Надо забаррикадировать дверь. Томми, нельзя здесь оставаться. У лошадей не хватит сил, мои чтобы... Мои друзья в доме к северу отсюда. Он огорожен, там можно держать оборону. Особняк Болтонов. Это вариант. Ладно. Я открою. Так, поедешь со мной. Давай. Да, с радостью. Пойдем! Ой, убегайте быстрее. Круто. Пустыми сидят. Сколько же тут этих ходунов? Так, у нас только начало еще. Только начало. А этот откуда? Ох ты. Когда мне было 12, я нашла... Лосатые подмышки. О-о. Попыталась на него встать.
он из-под меня как выскочит. Зомбарей миллион, они тут занимаются. Ну а шрам-то откуда? Упала на свой нож. Свои волосатые подмышки тут показывают. Ладно. Что она реально на мужика смахивает? У нее руки такие большие. Если сравнить с Элли. Ну хотя, может, такие. Это я сама. Зачем? Затем, чтоб ты спросила. Скрыть след укуса. Вот здесь. На меня напал зараженный. Мне было 14. И оказалось, что я не обращаюсь. Я иммунна, так что остался только круг от зубов и рубцы и... Ау, иди к черту. Я высосу всю твою кровь. Я же тебе рассказала правду. И я тебе рассказала правду. Тебя укусить? Ты слышала? А, она думает, что ее там... Джесси? Кусали. Ты. Только не заходи, ладно? Стой! Джесси, заходи быстрее! Что? Да отвернись ты! Что ты делаешь? Вы издеваетесь? Ты должна быть в патруле. Но там же пурга. Это травка? Зачем пришел? На тебя рассчитывают, понимаешь? У нас важная задача. Тогда почему ты не в опорном пункте? Потому что Томми и Джоэл не пришли. Да? То есть как? Мы их час прождали. Я искал их лошадей и увидел здесь свет. Может, они в город вернулись? Без всякой замены? Нет-нет. И большую площадь ты уже осмотрел? Не очень. Разделимся. Пойдем с разных сторон. Прочешем все за считанные часы. Не хочу, чтобы ты ехала одна. Мы не знаем, что там. Именно. Вдруг им нужна помощь. Да. Ладно, я на запад, Дина на юг, ты пойдешь с востока. Но действуй разумно, хорошо? Блин. Да. Печально. Я не смогу побегать. Продолжение следует, наконец. Эй, патроны не трать, блин. Не тратьте патроны! Идиоты! Вот, все. Сразу не могли так сделать, надо патроны тратить реально. Хоть один человек нашелся здравомыслящий, блин. Заходим в дом! Все нормально. Че, когда мы играть-то будем? Потому что тут фильмец будет показан. Вы как, в порядке? Нормально. Спасибо. Ага. Можно с тобой поговорить? Ты хочешь снять седло? Нет, нет, все в порядке. Мы просто переждем бурю и уедем. У вас тут есть щетки или полотенца? Тебе чертовски повезло. Не представляешь, как. Сколько же тумбов? Ты заболеешь. Кто все эти люди? И давно вы здесь? Еще со вчера. То все эти люди? Да. И что ищете здесь? Просто проходили. А вы тут живете? Ну да, в паре часов пути. Может, пойдете с нами, наберете припасов в дорогу. Да, спасибо. Меня зовут Мел. Томми. А это мой брат. Джоэл. Джоэл. А как мы в первой части всех убивали вообще? Вы что, слышали о нас? Да, слышали. О! Блин! Все, убили. Нора,
Все в норме? В отключке. Тащите его к стенке. Томми! Отцепитесь! Отвалите! О, нахрена себе. Все, он помрет. Ему коленку прострелили вообще полностью. Вообще, я не хочу играть за эту бабу. Джоэл Миллер. Ты кто? Угадай. Скотина, мразь. Она. У, давай. Почему бы тебе не произнести заготовленную речь и покончить со всем? Перевяжи ему ногу. Ну же! А чё толку-то? Там вообще жесть полнейшая. Он всё равно помрёт. С такой раной, блин, кажется. Только сотру бать эту ногу. Не вздумай дернуться. Охренеть, блин. Черт! Твою мать! Я же говорю. Да сейчас ему отрубят ногу вообще. Отойдите. Че, на этом рубить будет? Что-то я не понял. Старикан. Наверное, голову мышь сразу бьет. И че? Я спешить не буду. Че? А зачем ногу ему тогда перевязали? Что это было? Что за бред? Зачем я спасал эту девку? Ну, в смысле, зачем я за ней убегал? Помер бы и все. Убили, все. Как мне спуститься? Сейчас Элли убьют. Нет. Конец вообще серии. Тихо. Тысячи раз, сотни зеркал. Так. Только идемте сюда. Ты был в порядке. О, блин. Столько бы ты был в порядке, да его уже там грохнули. Джоэл! Томми! Вот ты зовешь. Ты зовешь мертвецов. Наверное, сейчас его щелкуна превратят и все. Будет он щелкуном, Джоэлем. Нефиг было их отпускать одних. Надо было подумать о них. Так. Они уже пожилые, голова у них не работает, вот они там спасают всех подряд. Ты в порядке, ты в порядке. Капец, эту девку спасли, и она их убила. Охренеть. Так, что это тут у нас? Это просто хрень какая-то. А, вижу. Тысячи фраз, сотни зеркал. Джоэл! Томми! О! Надо лопату взять, не? Я бы лопату взял. Так. И что тут у нас есть? Интересно. Ой. Вы слышали? Откуда идет звук? Вот. Оттуда, наверное. Они пытают их там. Так. Может, бильярд сыграем пока что? Это там Джоэля добивают. Так. Джоэл. Слышите? Джоэл, это ты. Интересно, я за нее сейчас всех убью там, что ли? Или что, перебью? Черт. Черт. Да у него просто бурная ночь, что ты там думаешь? Все с ним нормально.
Так, уж сыграем на фортепиано. Я просто бегать не хочу, мало ли меня там услышат и убьют. Кто знает. Ну или ладно. Слышите? Тут ни хрена ничего нету. Специально, чтобы я вот туда шел. Капец, что он еще не умер? Ой, зачем я за ним сюда сейчас пришел? Отвалите от меня! Сука! И ее, говорю, сейчас забью. Вы все сдохнете, ублюдки! Ну, вроде. Что происходит? Отпустите его! Кто это? Отпустите! Она пробралась! Почему не было постов снаружи? Мы не думали, что кто-то появится! А чего вы ожидали? Надо уходить, пока за нами не бросился весь город. Все, хватит. Ты хочешь того же, что и я? Заканчивай. Быстро. Чтобы не сдохли, гады. Убили Джоэля. Падла. Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Так она до этого же его грохнула. Джоэл, вставай! Нет! Нет! Блин. Гори в аду, говорит. Да вы все будете гореть. Нет! У меня слов нет вообще. Что-то вообще нежданчик такой, по сути. Даже не ожидал, что там какое-то произойдет хреново. А, все. Все, короче, заканчиваем. Все, всем удачи, всем пока. И все, проиграли, короче. А нет, 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 нет. Элли. Все еще продолжается. Какой ужас. Джесси! А, ее они спасли? Здесь. Нет. Нет. А Томми живой или... А, Томми тоже там что-то ударили куда-то. Там сразу. Чище под глазом. Там ей был как отец. Чё, кто-то? Снова это, что ли, девка? О, а не он живой? Привет. Привет. Чё, Томми в живых оставили, а его чё, или убили, зачем? Я посижу, можно? Да. Ладно, потом узнаем, наверное. Он не то сделал там, видимо, кого-то уж грохнул. Чё, у меня гитара осталась, а? Осталась гитара его. Это останки Джоэля. Мария хочет, чтобы ты поела. А, это еда? Нет. Она нас не остановит. Если захватим всех, кто нам нужен, чтобы справиться, Джексон останется без защиты. Mm.
И что, мы их просто отпустим? Никто не хочет этого. Да, но так получается. А если снова нападут охотники? Это твои слова или ее? Нет, это довод. Если бы убили одного из нас, Джоэл был бы уже на полпути к Сиэтлу. Нет, не был бы. Абсолютно точно был бы. Мы даже не уверены, что они из Сиэтла. Вашингтонский освободительный фронт. Ты сказал, это было на нашивках. А вдруг они украли куртки? Тогда... Вдруг Вов уже не там. Чего ты добиваешься? Знаешь что? Я завтра ухожу. Если хочешь, со мной пойдем. Он боится. Не видно по лицу. Ты не представляешь, на что идешь. Ты не знаешь, сколько у них людей, оружия. И мне... Да мне насрать. Я буду бегать от них. Ты меня не отговоришь. Первое правило выживания. Ноги в руки и беги. Дай мне денек. Поговорить с Марией. Ладно? Мария ее не пустит. Хоть кого-то она отпустит. А если нет? Ну я что-нибудь... Тогда закроем тебя здесь в клетке. Всего день. Один. Да и мне кажется, мы сейчас свалим. Все. Все. Это и для Томми тоже потеря. Теперь. Что убрать? Что, можно сейчас поиграть на балалайке? Блин, да что за хрень? И всю серию тупо бегали и все. Вот Джоэл Миллер. Хочу зайти в его дом до нашего ухода. Надо кое-что забрать. Хорошо. Такие дела. К лошадям не пробраться. Кажется, одну забрал Томми. И Мария велела закрыть конюшню. Блин. Твою мать! Может, по пути что-нибудь подвернется. Это можно и так, пешочком. Что-нибудь. Ладно. Теперь все растянется намного дольше. Ну, значит, будет дольше. У тебя еще есть шанс отказаться. Я знаю. Не хочу, чтобы ты думала, что должна. Джексон. Я тебя люблю. Ты пойдешь, и я пойду. Вот и все. Давай не будем целоваться, там за нами могут подсматривать, что скажут. Не на людях. Ну там окна, все дела. Так, я пошел в машину.
Вот машина, забираем, поехали. А, снег убирает. Снег уборочная. Вон точила. Кстати, причем, смотрите, неплохая такая, блин. Вон ржавая или что-то поломанная, чуть не. Так. Ой, вот тут-то цветов-то сколько накидали. Офигеть просто можно. Что она сама откроет, эта девка. Нет? Что тебе нужно, я принесу. Открой мне дверь. Сама. Все нормально. Идем. Я здесь подожду. Спасибо. Что тут можно найти у Джоэля? Так, во. Фотография. Что он похож на этого безымянного из Готики. Что тут? Динозавров изучал там всяких. Дейнойних. Исторические гиганты. Дейнойних. Прикол. Что тут есть? Еще фотки. Чайник есть, кстати. Так, тут-то что? Вот накурились девки, накурились. Его недопитый кофе. Или что, сова. А, нет, тут ничего нету, блин, я думал. Я думал, там кофеёк. Вон, а что-то запись какую-то, что сова у него на кружке была. Он записал это. Так, что еще есть? Так, тут непостиранное что-то, блин. Так, ну-ка, санузел. Толчок. Так, ну, давай наверх сходим, посмотрим. Лошади. Лошадки. Так. О. Гитаристом был, блин. Давай записываю. Гитарист. Джоэл. Так. Белогривые лошадки тут всякие. Черногривые. Что еще у него тут интересного? Блин, сыграть нельзя. Так. Ой. А что у них типа два санузла, типа и сверху, и снизу? Фига себе. Прикольно. Так, тут одежда Джоэля. Полапать надо ей. Вот это его курточка, да? О, пахнет Джоэлем. Классно. Так. Еще один санузел. Фига он тут такой богатый был-то, а? Ё-моё. Три толчка, блин. Это его дочь. Повернуть L.
нельзя перевернуть, что ли, или что? Повернуть. Еще одна гитара. 10 гитар. Блин, 3 толчка. 3 сморчка. И лошадки. Так, а тут что? О. Сбитые часы. Так, джинсы, запачканные кровью. О, револьвер его. А джинсы что, не будешь, что ли, брать? А, размерчик не тот. Так, ладно. Эй, можешь спуститься? Шеги? Что-то случилось? Да не, просто подойди сюда. С Томми фотка. Лошадки снова. Чё тут? Я вас не отпущу, сейчас скажет. Падлы такие. Мария, я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Эйлин пытается пойти за мной. Останови ее. Отбери пушки. Запри лошадей и ее запри. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Все, он не вернется. Его там просто убьют. Он должен был взять меня с собой. А ты не дала нам людей пойти за этими скотами. Я не могла. Попытаешься меня запереть? Лучше б ты осталась. Черт, с два я останусь. Лучше б ты осталась, но я тебя знаю. Ты пойдешь с ней? Да. Идите. То есть просто возьмете и уйдете. М? Да, да, что? Пешком? На тачке. У тебя тачку заберем. Ладно, я сказала в конюшне дать тебе одну лошадь. О! Валенки дашь? И патроны возьмите. Спасибо, Мария. Просто сделайте одолжение. Верните моего дурака мужа домой живым. Конечно. Сама бы еще отправилась бы, кстати. Ну ладно. Идите, а то скоро стемнеет. Ей только муж важен. И на девок ей вообще пофиг. Так что, может, это того? Не-не, пока не надо. Хотя... Хотя ни хрена. Сиэтл. Первый день. Первый день в Сиэтле. Интересно, мы за Томми будем играть, не? Или они уже сюда прибыли? Тот охотник держал его. О, тут уже нету этого. Снега нет. Джоэл не дотягивался до пушки. Боже. Ты испугалась? Я вообще не думала. Просто... Подбежала, схватила ствол и пальнула ему в голову. Сколько тебе было? 14. А тебе когда ты впервые убила? Зараженного? Да. Нет. Обычного человека в здравом уме. 10. Ого. А за что? Он угрожал моей маме. Я его пырнула. Черт. Блин, откуда они узнали, что они все это? Ты круче меня. Да, я вообще зверь. Мы заблудились? Да нет. Ну-ну. А, хотя, может, нравится. В Сиэтле там Джоэль кого-то грохнул, наверное. Может, мы в первой части кого-то грохнули. О которых ты рассказывала. Да, да, кстати. Один раз вы уже столкнулись с ними. Блюдоеды еще может, были. Может, эти из ВОВ с ними связаны? Нет. Это другая группировка.
Может, те контрабандисты из Бостона? Дина, у Джоэла было много врагов. Я не вижу смысла гадать. Ну ладно. Надо сначала узнать про них побольше. Да. Джоэль добрая душа, видите, спас девку, в итоге она его кукнула. Что-то как-то пусто вообще, ни зомбарей, ничего нету, блин. Тебя чирикают он чирикуны. Так, чё, куда тут вообще? О. Машина. Да, мы уже близко. Будь поосторожней. Ладно. Остановочка. Остановка. Так. Тут машины, там машины. Ну что? Ну, я ошиблась. Все-таки ты вела нас не наугад. Теперь куда, интересно? Туда или сюда? Наверное, сюда? Вообще без понятия куда. Машины все вот в эту сторону, значит нам туда. Норт Сиэтл, вот. Значит сюда. На север или что? О, кстати. Опасная зона, наверное. Так, стоп. Ну-ка, давай-ка. Останься проверим. Ага. Сейчас это. Вернемся, уже нет никого. Валил обратно. Так. Да. Что это? Карточки какие-то. Таро, наверное. Ой. Что тут у нас? Карта. Читается. Добро пожаловать в Сиэтл. Не. Норф Сквар. Честно говоря, не очень понимаю, где мы вообще даже находимся. Так, ладно. Будем без карты как-то проходить. Так, есть там что годное? Я нашла старую карту. Ну, уже кое-что. Ну, уже тут что-то. Ну-ка. А зомби не нашли? Зомбарей. Ой, смотрите, какая красота. Водопад красивый. Водопад. А тут тихо. Давай, значит, всех уже завалили в первой части. Как мы прячем наши дозоры. Ну да. Это же кролики и это зайцы. Не пугает. Пугает, потому что ты не внутри где-то. Так, я вообще наугад куда-то иду, может, вообще не туда. Так, ладно, посмотрим сейчас. Ау. Ого, это зона? Ага, поглядывай наверх. Да, вдруг тут реально кто-то на посту. Так. Зона. Так, сиди здесь. Приглядывай за искрой. Я сказал, приглядывай, ты что там, блин? Слезла. Ой, она что-то там лазит в помойке где-то, нет? Так, что тут у нас есть? Удачи. Как придешь к воротам, найди солдата по имени Киерон. Скажи ему, что вот ты от меня дай штуку, и он тебя пропустит, удачи. Какую-то штуку дать ему. Штуку баксов, наверное. Так. Это все, что ли? Она по машинам пошла лазить. Зачем это открывать, если тут ничего нету, блин? Зачем? Ну хотя, может, в реализме просто поубирали эту чмо.
такое тоже вполне может быть. Тоже надо осторожно бегать. Я тут так бегаю спокойно, что зомби вылезут тут. Да тут все подобрали. Да. Вообще ни хрена нет. Только эта карта. Они. Ужас какие-то. Ядра, стадия заражения. Стадия первая. Кордицепс контролирует двигательные функции больного. Зараженные стадии первой отличаются быстро и быстротой ловкостью. Как правило, они действуют стаями, не давайте им себя окружить. Вторая стадия пользуется ландшафтом, чтобы спрятаться, устраивать засады. Предпочитают подать с фланга или тыла. Заметив зараженную стадии 2, будьте внимательны, осторожны. Третья стадия полностью слепна, обладает острым слухом. Для поиска жертв используют эхолокацию. Держитесь на расстоянии. Зараженные на стадии 3 крайне агрессивны и стремительно опасны. Четвертая дальнейшая эволюция стадии 3. Встречается редко, обладает огромной силой, способной метать снаряды с кислотой. Нападайте без крайней необходимости. Но это которые пухлые, наверное, такие большие. Которые стреляются там, блин. Это самые такие старые, старые щелкуны. Старый вечелку. Можно стрить, видите, тут наверх такой. А, блин. Прыгнул. Тут клетки какие-то. Да? Изолятор. В Бостоне тоже такие были. Изолятор. Там Элли, не подойдет? Что? О, болты наконец-то. Хоть что-то. Ты глуши. Все, еще сюда можно еще прыгнуть. Оп. Ах ты. И че тут? Эй, бежим-то. Оп. Ай. Все. Все сломало ноги. Ладно, сейчас наверх заберемся. Так, заберемся наверх. Там посмотрим, что будет дальше. Уже серию надо заканчивать. Тут что есть? Кстати, какой-то ящик там. О! На ящике мини-ящик. С плюшками. Ой, прикольно сделали. Вот это мне нравится. Давайте, как обезьянка. Прыгай, как обезьянка. Дина, помоги залезть. Давай. Давайте на лицо ногой. Нафига она сильная стала бы. Я посторожу. Ты, главное, попробуй открыть ворота с той стороны. Хорошо. Помните, Эль, это в первой части соплячка была мелкая такая. Тоже это нормальная. Так, взрослая девка. Лара Крофт, практически. Ну, правда, не скажешь, что она Лара Крофт, вон. Тут-то ничего нет. Ну, или куртка просто. Ну, ладно. Так, погнали. Оп. До Лары Крофт еще далеко. Так, здесь что у нас? Надо, наверное, туда прыгнуть, а. Нет, не допрыгнем, то все, как РДХ сразу. И сразу игру удалять. Я в порядке. Но чуть не сдохла. Все-таки реализм никак. Не сдохла, блин. Так, а что мне тут делать-то вообще? Понять не. А-а-а. Все, я все это. А, ей мы сейчас типа откроем дверь. И то не факт, это может быть сейчас на нас где нападут. Блин. То ублюдки еще в другое место свалили, наверное. Я же знаю, что типа съедал за ними. Поэтому-то они уже свалили давно. О, и здесь что-то есть, кстати. Так. Оп. Для. Не зря. Клёво. Карта Таро.
Ну, наверное, карта Таро, не знаю. Точно не могу сказать так. Зельда, как только твой отряд возьмет ворота, открывай связи с отрядом Джона. Среди беженцев будут наши агенты. Выжившие из Федра мне не нужны, когда все будет под контролем. Пускай тех, кто подтвердит лояльность Вов. Да будет жизнь долгой, Айзек. И пока это ни о чем не говорит. Какой Айзек? Что за Айзек? Айзек. А ты можешь спрыгнуть? Блин. Попрыгай. Во. Прыгай, прыгай. Бегай, прыгай. Сейчас мы где-то тут сохранимся, наверное. Оп. Ай, блин. Так, а вот туда надо поосторожнее, потому что... Хрен его знает, тут кто еще ходит. Так, этот кирпич. У меня есть большой кирпич. Я могу разбить точилу кирпичом? Нормально точила. Нет места. Блин, жалко, нельзя, блин. Могли бы апгрейд сделать, типа, чтобы можно было сразу и бутылку, и этот взять кирпич. Блин. Вот так тогда. По-дерзком. Что у нас тут? Записка одна. Ой. Кстати. Когда это написано? Главные ворота 0512 север 1382. Это какие-то шифры, небось, коды. Ожидается крупная операция. Айзек хочет, чтобы мы собрали как можно больше припасов в центре города, забрать любое топливо из гаража под дом купола, доставить в опорный пункт на базе Серевина. Да. Ну как-то ты быстро читаешь Серевина, сразу скажу. Прочитать не успел уже. А тут вообще ничего нет. Ой, по стеклу бегаем. Так. Я думаю, на этом мы серию, наверное, уже закончим. Вот это генератор. Сейчас мы генератор активируем. А то... Ох ты, блин. У меня тоже, кстати, подобная хрень была, помню. Ладно. На работе. Элли! Элли! Иди сюда! Да иди ты, я серию заканчиваю. Все, завтра с тобой встретимся. Подождешь. Ладно, давайте мы на этом реально серию закончим. Подписываемся на канал, ставим лайки. И кто-то всем, а? Болейте. Всем всего хорошего.